вилами подняли и попытались подыграть. Тихонечко вот идет работа. Вот такая история. Здесь нет никакого захоронения, так что вот мы поднимаем спокойно. Это уже проверено. И вот, слава Всевышнему, все пока получается. В таком виде будет отвезено все это. Да, вот повезем через эти ворота, вот как раз в этот проход. И там мечеть будет открыта. Сейчас я вас провожу. Пойдемте.